have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки Инскрипшн, поехали, еще помучим вас немножечко. Я тут посидел, подумал, меня тут терзали немножечко, открыли и, ну, короче, не знаю, честно. Так вот, я говорю, были у меня некие сомнения насчет того, продолжать играть, не продолжать, как продолжать. Ну, у нас осталось много секретов, с другой стороны, я же не говорил себе, что я пройду ее на 100%. Вроде как мы финального босса победили. О, погоди, коза и белка. Ладно, может, я когда-то пойму, что это. А вот, тут пооткрывали, тут расколотили. О, зубы, здрасте. Это я заберу, это мне надо. Вроде тут даже все сделали. Но, во-первых, скажем так. Я несколько дней сейчас не играл, не записывал. Один знакомый очень сильно настоял, настаивал на том, что все-таки продолжи. Ты там кое-что не сделал. Ты там, ну, не то чтобы прям какие-то ачивочки не доделал, а прям вот нужно еще раз пойти, нужно еще поиграть. И даже сделали мне такую подсказочку, что типа через нож. Что-то через нож, как-то через нож. Хотя я им уже пользовался, ничего не открылось. Не знаю пока что, посмотрим. Во-первых, короче, давайте так. Я с этого момента, вот я с вами поздоровался, объяснил ситуацию. Я сейчас буду играть каточку. Если эта каточка будет неудачная, я ее потом вырежу, скорее всего. И так будет до того момента, пока каточка будет удачной. Или же сейчас с первого раза зайдет. Короче, я не знаю. Также на интересных моментах мы будем останавливаться. Потому что так, по сути-то, мы много чего уже видели. Парыши, крольчатник, богомол. Взять я, наверное, хотел бы крольчатник из всего этого. Прокачивать мне... сумка у меня полная, значит, пойдем прокачивать. А кто в моей базовой колоде? ХПшечку плюс 2 можно, да? Ну, давайте клопа прокачивать, он красавчик вообще. Дешево стоит, быстро ставится, и как раз в отличие от вот этого горностая, имеет эффект вонючки, что мне нравится. Во-первых, во-вторых, для его выставления не надо приносить жертву, ты просто его там буквально на второй ход. Как только кого-то убивает, белку убивает, любое что убивает. Вот. А так у него еще и хпшечка будет. 4. Еще у костра остаться. Не хочу. Не буду наглеть с самого начала катки. Спасибо, что предлагаете. Я оценил, но нет. Короче, что-то там этим. Ага. О, крольчатничек мне сразу предлагают поставить. Там у нас будет волчонок. Так, белку хреначим. Крольчатник ставим. Кролика. Кролика я придержу. Если что, на следующий ход я тогда поставлю. Давайте тогда сразу... Я не знаю, этот нож использую. Ну, давайте используем. Говорили, что через нож. Не знаю. А это разве... Не выигрыш? Мне тогда атаку надо. Да, это выигрыш. Хочешь верь, хочешь нет. Но ты не первая, кто лишилась здесь глаз. Блин, так я же уже использовал нож. Полуслепой играть не очень весело. Быть может, ты хочешь новый глаз? Погодите, вот этого не было. Может, потому что я в прошлый раз, когда использовал вот нож, то я проиграл. Я не помню, я точно помню, что один раз я себя тыкал этим ножом в глаз. Так, тут какие-то... Глаза все. Вот это смотрится веселенько. Иди сюда. Чего? Найди спасение в часах с кукушкой.
Я знаю, что там секрет, а как? В любом случае, выбор окончательный. Хорошо. А вот эта фигня сейчас будет меня преследовать все время? Вот этот скан. Часы с кукушкой. Я тут тоже сам... О, погоди. Тут какие-то пятна. Я уже не знаю, крови или чего-то другого. Часы с кукухой совсем поехали кукухой. Так, ну, на четверочке это самая короткая стрелка. На пятерке она практически доходит до линии, а на единице она заходит за линию. Что у нас самая длинная стрелка? Оставляем. Нет. Это сюда. А эту сюда. А эту сюда. Возьми пленку, пока он не видит. Давай. Ты что там делаешь? Повернись лицом ко мне. Что ты там делаешь? Так, погоди, пленка. И что мне теперь? Найди запасную пленку. Это когда он же говорит, в камере нету пленки. Он, когда в конце нас убивает тем или иным способом, он говорит, что... Пленка. Хорошо. Это уже нечто. Поехали играть дальше. Там у нас остались еще загадки. Кстати, вот этот вижен вокруг куда-то пропал. Сорока. Хорошая штука. 23-е. 23-е это моя карта. Привет, чувак. Погодите, не та ли это удачная карта, которая за бесплатно бьет на 9? Ну-ка, если это так сейчас. Пойдемте к идолу. Посмотрим, что нам предложат. Речится по дереву. Мы можем взять ворону, мы можем взять паука. Ну, этого муравья, в смысле. Или мы можем взять шипы. Давайте... Давайте возьму белку муравья. Блин, белку муравья, реально. Какой это эффект будет иметь? Давайте попробуем. Я не знаю пока что. Да, у него сейчас тоже будет тотем. Ныряющие олени. Ну просто зашибись. Я благодарен тебе, у тебя все хорошо. У меня все очень плохо. Смотрите, во что он превратился уже. В теле горностая, в теле на игровой карте. Я вижу. А я, разумеется, придумал, как можно еще раз сбросить игру. Продолжай. У нашего игрока уже есть ключ. Жаба. Опа, горностай. Каждый раз, когда я... Стоп. Не дай мне умереть, ага. Хрена себе, оно бьет в две стороны, так еще и... Но мне на муравьях пока что выгодно бизнес делать. Держи, чувак. До свидания. Слушайте, белки-муравьи это прям тема. Пока что мне очень нравится. Как раз, блин, потом надо будет сумочку пойти взять. Таракан. Олененок. Лось хорошая штука, но мне он не выгоден. Я буду убивать много белок.
мне бы... Да, наверное, возьму таракана. Во-первых, во-вторых, что если что, можно будет его принести в жертву и получить у него эссенцию вот этого возрождения. Так, одну атаку нам предлагают. Можно, кстати, на таракана эту одну. Или на клопа. Клоп, кстати, дешевле. Ладно, мы уже клопа начали. Может быть, крольчатник, чтобы он бил вообще хоть что-то. Слушайте, а, ну, в самом деле, почему бы нет? У меня карта, которая не бьет. Ну, как бы, да, она приносит пользу, но она не бьет. И... Так ты ее поставил в уголочке, она тебе кролика дает, еще это так, пойдемте, файт. Предметы подзаканчиваются. Надо будет как-то что-то с этим сделать. Белочку мне сразу. Так ты нашла манор слава волка. Я видела эту процедуру столько раз, что теперь знаю, когда план вступает в силу. Поторопись. Смотрите. 23. Это выигрыш. Нет, надо было его сюда. Я дурак. Но мы все равно выиграли. Но это просто бесплатная карта, делающая 9 урона. Ты получаешь и все. И ну просто все. Богомол, тентакли. Давайте я Саруку возьму. Блин, Сарука дорого стоит. Сарука дорого стоит. Но это я тогда в нужный момент смогу вытащить любую карту. Давайте еще кого-то прокачаю, если сейчас получится. На один урон. Кого бы я мог на один урон качнуть? У меня все практически по одному урону. Трындец. Давай хотя бы клопа. Поторопись, а под... Не буду я рисковать. Не хочу сегодня по два раза ничего качать. Не знаю, страшно мне. Ну, конечно, ну... Ты можешь оставить себе. I'm so sick of this boss. Кстати, это тоже комментарий. I'm so sick of this boss, да, это меня так достал этот босс. Так, у нас белочка, у нас жаба-волк. Жаба-волк, ага. Поставлю сюда его проблокировать себе. Потом возьму белок и начну их резать. Спасибо. Так, у этого одна хпшечка, да? Оп. Ну просто муравьи из ниоткуда, красиво. Еще одну белку, пожалуйста. И этих муравьев не жалко, потому что он же их потом поубивает, типа, да? Пока что возьму себе обычных карт. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Белку, козу, козу-то! Ой, ну да, в смысле, класс. Минус. Минус муравьи, согласен. Это разменные муравьи, мне как бы нормально там собака. Сколько у меня белок сейчас? Одна. Я могу койота поставить. Я беру еще одну белку. Я жду, пока он мне расфигарит тут золото. Красиво. А, возьми карту. Давай.
Настай, жаба. У меня чего-то крупного как такового-то нету, да? Нету. Я буду муравьев потихонечку ставить. Я сейчас гончую убью. А, так, где у меня там еще одна белка? Хоп-хоп, минус волчонок до задницы. Я, в принципе, уже выиграл. Таракан, спасибо. Хорошо, хорошо. Ну, как бы, да. В определенной ситуации это, конечно, имба. Раули. О, опять бог богомол. Кстати, возьму его, наверное, на прокачку, чтобы у меня была еще одна такая карта, как там, 23 или что-то такое. Знаете, странную личинку, я бы хотя бы посмотреть. Возьму богомола. Yeah, always been Mantis God. Да, всегда надо брать бога богомол. Ну, типа, я про то же. Один момент. Пойдем. Мурашки скользили, рептилии, болотистый край. Лось, зимородок. Зимородок очень подлая штука. Его надо взять и его надо прокачать. Давайте. Проблема моих карт сейчас в основном в том, что они не дамажные, поэтому... В моей ситуации нужно брать белку. Коза. Но она у меня есть. Я в прошлый раз вот это взял и не использовал. Давайте мы в этот раз его используем. Как раз сейчас будет файт. Что у нас там? Корольчатник, зимородок, белка. Ставим крольчатник. Сразу же сюда, наверное, муравья втулим. И давайте используем. Я серьезно, не трогаю это. Это еще абсолютно бесполезно. Я пока положу ее на ту полку. Черт, блин. За это не обращать на эту вещь внимание. То есть это реально ничего. На полку я поставил, конечно. Блин, он тоже на муравьях, офигеть! Фига. Хорошо. Пока что муравьями перетаскиваем. А, это, ну, я встать хотел. Да. Тыдра, черепаха и жаба. Там и выдру, наверное. Я не знаю, ни один из этих трех зверев мне не очень нравится, на самом деле. А, вон эта штука, вижу. Не открывать, написано. Невыносимая боль. Даже после стольких лет. Что тебе нужно? У меня ничего, нынче мало причин жить. Неужели ты нашел око хозяина? То есть хозяин меня видит? Магнификус, вы меня видите?
Вы меня освободите? Иди нафиг, я не хочу тебя... Ок, хозяин, это то, что я себе вставил, блин, вот эту фигню. Так-то по-хорошему, блин. Ладно, идолорезчика. Я не знаю, что я теперь могу такого хорошего вырезать. Что мне могут предложить, блин. Так, толкать лось, летучие эти... Я возьму голову. Но продолжу с муравьиными белками. Пошли в задницу. Это, ну, это просто лютейшая имба. Ты получаешь просто бесплатных муравьев раз за разом. Белочка. Удачно взял. Ты взяла пленку. Я прав? Мой план близится к моменту истины. Но сперва ты должна его победить. Победить. То, что у волка нет одного глаза, и то, что у меня в глазу стоит какой-то протез, это же не совпадение, так я понимаю? Так, хорошо. Чем ты там собрался ходить? У него тоже муравьи. Нет, муравей один. Муравьи, жаба. Какой-то уроборос. Не знаю, не уверен, что это он. Богомол. Блин. Типа, да, я их ударил. А, не летучие, твою за ногу. Срочно беляша, срочно увеличиваем себе урон. Ну, надо это как-то оправдывать. Да, короче, его муравьи действуют только на него. Все хорошо. Жаба, пофиг, бьем. Хорошо. Сюда. Это у нас что, я забыл? Испытание мудрости. У трех случайных карт должно быть оказаться три разных символа. 6 очков здоровья, 4 капли крови. Давайте по крови пойдем. 3! 3, Карл! Моя же хорошая карта сыграла против меня именно здесь. Ну и, в принципе, ладно. Проиграли так проиграли. К речку я не пойду, к костру пойду. Надо бы кого-то качнуть. Как уже хочу качнуть-то? Ну, бога-богомолов буду качать. И даже, наверное, еще раз. Его съели. Я же говорил, не хочу сегодня качать, блин, второй раз. Ладно. Кости можешь оставить. Ну, хотя бы косточки дали. Ну, по крайней мере, было обидно, конечно. Не настолько обидно, что он, ну, по крайней мере, не полностью вкачанный, как... Что у тебя там? Пчелы. Гремучник. Так, немножечко усиливаем все это дело, потому что сейчас укусит, убьет. Я еще и пчелу получил. Так, белку сюда. Пчела бесплатная? Давайте размазываем его. Ворон, таракан, прискорбный крысиный король, когда я гнездо усупнет, ты получишь 4 кости.
Дорого, кстати. У меня уже есть таракан или нет, я не помню. По-моему, я брал себе уже. Ну, давайте попробуем, возьмем. Ну, как бы, его ставить дорого, но... А, мне бы запасы пополнить. Козу. За 3 капли крови я смогу что-то одно большое поставить. Ну, пойдем. Я бы белку хотел вместо козы, честно. В данной ситуации, как я выгляжу... А, ну, конечно, да, да, давайте. Мертвая рыба, все дела. У тебя свежая рыбка, легкий выбор. Сходу мне дают... Чувак, давай так, я выигрываю. Die already. Да умришь ты уже. Возьму еще одну белку, и ты все равно проигрываешь. Ловись, рыбка. Минус. Басецкий просто ваншотнулся. Просто повезло с картой. Ну, то есть, это дичайший рандом. Тебе просто везет с картой, и все. Она выпадает в нужный момент, из нужной колоды. И просто все. Так, туз, крыса, бог-богомол опять. Давайте... Я еще раз его возьму, еще раз попробую качнуть. Хорошо, хорошо. Я стал менее осторожен, это плохо. Я расслабился, это плохо. А, пойдем, наверное... Да, снеговую линию, пойдемте, наверное, в эту сторону, потому что там идол, и там потом еще борьба с идолом, я не хочу. Я пойду через рюкзачок. Блин, нет. Рюкзачок-то... Вот, смотрите, 25-й тоже хороший персонаж. С одной каплей крови летает, ныряет, бьет на 3-7 урона. Ух, красавчик, иди сюда. Это прям не катка, а тени прошлого, знаете. Новые предметы. Ну да, крысу давай мне. Заберу, спасибо. Давайте файт. У нас, в принципе, выбора-то нету. Остается только файт, да? Зимородок, белка, сорока. А ты у нас чем будешь бить? У него есть чертов лось! Блин. То есть он мне сейчас такой хренак, и мы в очень плохой ситуации. И у него куча кротов, которые будут... Ага, сейчас лось, короче, этот танканет. У меня на время будет 2 урона. Угу. Мне нужно потихонечку избавляться. Блин. А вот это уже прям плохо. Вот это уже прям пошло плохо. Я могу... Um...
Я воспользуюсь, ну его нафиг. Угу, это немножечко пока что потанкует. Так, мне нужно урон из него выбивать, поэтому я подставлю муравьев. Но они сейчас нанесут ему неплохой урон. Настолько неплохой, что мы выиграем. Крючок — это очень полезная штука была. Мне пришлось потратить. Иначе бы я это слил. Три разных символа. 4 очка атаки. 5 костей. Я возьму 4 очка атаки. Раз. 4. Ясно. Что же я получаю? Я получаю дворнягу, которая вырастет. Кстати, гремучника можно будет снять. А ты у нас что? Полный улей. Ага. Когда карта не получает урон, вы получаете пчелу. То есть он будет бить по мне и получать пчел. Еще волк. Не, я возьму гремучника, потому что он костей стоит. У меня не так много резчик или... А, сюда я даже не могу пойти. Резчик. Хорошо. Что вы мне предложите? Летучие или двигающие птицы? Давайте я возьму птиц. И при этом белки. Продолжаем. Белки с муравьями. Fight. Ага. Такой, ага. Не, ну, хорошо. Я выиграл. Когда я научусь не ставить ее сбоку, эту карту? Эту карту надо ставить посерединке, чтобы она нанесла больше урона. Ладно. Так, что у нас там? Тут и тут. Давай сюда сходим. Два и два. Ну, раз у нас сегодня этот игра воспоминаний, давайте еще 24-го заберу сюда. Он не настолько эффективен, как мне хотелось бы. Но все же. Кстати, вот 24-я, она с одним глазом. О, таракана. Где? Вот. Где эта имбущая карта? Вот она. Как только ее убивают, она будет возвращаться ко мне в колоду, если вдруг что. Да. Это поможет в дальнейшем. Так, тут у нас битва. Тут мне предложат пожертвовать какую-то карту. Не, я пойду сюда. Мне вполне... Я найду кем пожертвовать. Как бы мне нормально. Ну вот, смотрите, бахи, мы выиграли. Оленьи, птичьи или эти... О, из оленьих будет что-то дорогое. Давайте из птичьих возьму. Воробей, хорошо. Ну, ни туда, ни сюда, но меня вполне устраивает. Прикиньте, его же сейчас и пожертвовать. Ждет неприятная судьба. Может, жаба или воробей? Вылетишь, не вылетит, не поймаешь. Давайте того же воробья, которого только что вытащили, его же зарежем. Я получаю скромный дар повелителя костей. Хорошо. Поехали к охотнику, значит. Тут охотник выбегает, сразу он офигевает. Я офигеваю тоже, потому что мне таки сразу на дымочек тебе запах. Потому что не на охотник изменилось, да.
Я в эту катку, кстати, с ним даже не встречался. У меня не было ни одной шкурки. Я ничего не пытался ни купить, ни продать. И снова здравствуйте. Гремучник. Гремученик. Так, ну. Здесь, в принципе, все очевидно. Пожалуй. Ладно, не настолько очевидно. Я вот этих ребят сейчас потеряю. Это я прошел урон насквозь. Ставлю еще одну белку. Ставлю еще одного муравья, потому нужно будет брать большие карты. Шкуры возвращались. Я сейчас еще и получу урон, да? Один. Угу. А, так, давай сюда. Удачно, да не особо удачно. Тебе два. На тебе шкуру пока что жуй. И сюда тебе шкуру. Хорошо. Белку, пожалуйста. На тебе еще одну шкуру жуй. Блин, ну там опять куча этих гремучников. Сюда. Убей, нанеси урон еще этому. Хорошо. Один зуб. Еще белка. Блин, белки закончатся. Я их просто истощу нафиг. Убиваем и наносим. Страшно, блин, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. На, держи, дружище. Очередь закончилась. Давай меняться. Так, волчьи шкуры. Акула, которая воняет. Три крови. Блин, как раз козу можно будет заколоть нафиг. Медведь, который бьет в две стороны. Хрена себе. Я возьму гремучника, наверное, потому что он стоит костей. Три урона. Он наносит сейчас 6 урона, получается, при этом. Хотя его убьют быстро. А вот этот вот... Не, ну он просто 3 урона наносит. Да пофиг, давай гремучника. Я могу еще кого-то взять. Давай гризли возьму. Гризли, который бьет на две стороны. Вот так. Костей набрал себе. Жизнь восстановил. Хорошо. Что-то из этого. 13-е дитя. Человек-крот. Непоколебимый человек-крот, самая надежная защита. А ты у нас мощный прыжок.
Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим символом он перемещается, принимает удар на себя. Типа блок стопроцентный, крыса. Не, я возьму дитя. И постараюсь его доить. Если уж таковое возможно. О, я знаю. Так, надо пойти себе вещичек набрать. Кости дополнительные. Да. Белку или... Белку. Если у меня сейчас был бы медведь, что такое, коза, конечно, была бы незаменимая. Теплый свет хижины и прорезал густой туман. Так, это мы все уже читали. Сейчас нам предложат еще сыграть в игру, знаете, перед супер игрой есть просто игра. Красиво тут у вас. Идти надо, вспомню. Испытание. Выпал редкий шанс на кону величайшие дары Лешего. Раритет. Одна из карт должна быть редкой, одна из карт должна быть амфибией, одна из карт должна быть пушнина. Я это не выиграю. Давайте амфибию, но я это не выиграю. Я это выиграл. Победа, ладно. Вообще случайно. Выбери одну. Дар козьей крови. В начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза. Дар амбидекстрии. Две карты. Раунда, каждого раунда. Да, это сразу 8 костей. Я беру козу. Еще раз. Испытание кольца. Если в твоей колоде есть кольцевая тварь, нету. Хоть одна из случайных карт должна оказаться символом летунов. И я беру летунов. Просрал. Ну, в принципе, один из двух тоже приятный бонус. Смогла найти один дар. Может, это даже будет честный поединок. Ну, честно говоря, в прошлый раз я две штуки чисто на удачу вытащил. В этот раз нельзя же постоянно выигрывать, да? Это только для... Так, ты вернулась. Сядь. Well, looks like I'll have to beat him again. Придется его опять одолеть, как же я люблю эти мгновения. Ну, естественно. Сходу мне дымочек. И себе третью свечку. Ну да, да. А, у меня есть кости, у меня есть белка, у меня есть коза. Дополнительная косточка. Белка. У меня есть 24-й, который нанесет 6... Не нанесет он 6 урона, нанесет 4 урона. И на него тоже нужно будет... Так. А бить он сейчас... У него богомол будет. Надо подождать, пока придет богомол. Он будет бить на один. Пусть он мне кости разобьет заодно. Ну, не лично мне. Подставился под все три удара. Хорошо. Блин, он сейчас будет разбивать эту фигню. Белку. Я здесь... А как я сюда гремучника просто что? Я белку не разбил, я дурак, ладно, одну мы загасили.
Луи и Кейси. Эту карту я помню. Так. Ну, пока что играем в таком виде. Должно опять сработать. Луна на 40 урона, да? А единичку она наносит 7. Жаба. К черту козу. Я получил еще одну белку. Поехали. Да, единичку она наносит 7. Но это сейчас не является проблемой. Я могу поставить свежего муравья, кстати, вместо того, который подбитый уже. На следующем ходу они все сдохнут, поэтому мне сейчас нужно поставить четвертого муравья и внести ему максимальный урон. Хорошо, у него осталась одна хпшка. Богомол. Минус луна. Ты не первая, кто смог одержать верх над луной. Но продолжай. Покончу с этим. Ну что ж, получилось пройти с первого раза. Очень повезло с картами. Очень повезло с картами. Мы обычных файтов практически не видели. Да и вон первого босса мы вообще скипнули. Со вторым боссом тоже не было проблем. Ты завоевала уважение жильца странной хижины. Когда адреналин поутих, твое тело задрожало. Ты была зверски голодна, ведь не ела уже несколько дней. Разве не так? Я не буду это есть. Это блюдо должно тебе понравиться. Я старался как мог. Серьезно? Тебе это не по нраву? Ну ладно. Я в прошлый раз отказался, в этот раз его тоже есть. Не буду, гадость. Стой там. Кто тебе это дал? Неблагодарная мерзавка. А что теперь? Все? А тут темно, если что. Погодите. Не знаю, я повысил яркость. Это вообще ни разу не помогло. Сейчас ее скину обратно. По-моему, это тоже слишком ярко. Главное меню. Сохрани минуту назад. А я не вижу, что я могу здесь сделать, понимаете? В прямом смысле не вижу. Я оказался в какой-то херне запертой. Тут есть стена, тут что-то кликается, не кликается. Новая игра появилась.
Ну, тогда это мы с вами уже чекнем в следующей серии. Пока что, думаю, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.